День добрый, друзья. И у нас из-за бомбежки отключили свет. Как видите, тут я сколько? 23-й. Получается, ходов, наверное, 5 пропустил. Да, там было много битв интересных. Придется переиграть. Это у нас уже 105-я серия Edge of Wonders, как вы понимаете, игрушка. И мы продолжаем ее прохождение. Давайте вкратце я вспомню то, что я вам уже рассказывал. Расскажу еще раз, потому что это не сохранилось. Кстати, покупайте себе бесперебойники. Я себе вот тоже планирую купить, как раз богатею. Значит, мы тут получили нового героя, вот такого. А, я его еще не купил. Видите, у меня сейчас в памяти немножко не те события. Мы посражались вот тут вот девочкой, освободили вот эту девочку. Не стали ее терраформировать, потому что... Или как там, терраформировать? Ну, вы поняли, пересобрать конструкторами. У нас у нее очень интересные способности. Она в основном лекарь, и как у амазоночек у них есть... Она, кстати, должна быть амазоночка. Хотя не, авангард пишут. Она изучение кидает на противника, что самое интересное. Так вот, что у нас? Нашли мы дваров вот здесь, вот где-то сверху, да. Вот такая вот дваровская какая-то шобла. Дримус. И он не любит... Грувича, который внизу. С этими у нас скоро война будет, понятное дело. Пока со всеми нейтралитет. Так, Дривусом это задание пока не выполнили. А у верхней девочки вот это задание выполнить. То есть мы фактически этими заданиями выбираем, с кем подружиться. Не знаю, можно ли с обоими подружиться. Но оранжевый выглядит явно похуже. Правда, я не всю территорию разведал, чем у этого белого. Плюс белый дружит с белым. Не очень-то они сильно конфликтуют. Да, нашел я Кырко. Так, где у нас от столицы влево. Вот где-то, да, вот на зелененькое поселение Кыркошников. То ли сейчас я их нашел, то ли сейчас найду в этой серии. Тоже не знаю. Да, были у нас тут бои, к сожалению, они пропали. Вот здесь вот были бои. Тут мы взяли задание, я думал, вот этот жучора по заданию. Оказывается, вот этот жучара. И он тут гораздо больше. Поэтому я буду ждать вот этого героя, чтобы провести... бой. Этот герой нам чем интересен? Я думал его не брать, а оказывается буду брать. У него есть сбор запчастей, но это понятное дело, у всех они есть. Но он возрождается с 50 жизней. Хотя у него, конечно, первый уровень, это беда. Вот поэтому мы его будем брать. Пум-пурум. Так, и будем его срочно гнать сюда. Потому что у него тут бой. А, мы отстояли город, тут напали на наш город бандиты. Был такой довольно равный бой, вот, что довольно-таки интересно. А так, задавайте вопросы, друзья мои. Привет моему зрителю Дипломс. Наконец-то я увидел, как его зовут, и он переименовался. Так, а тут мы будем исследовать, наверное, что-то. Это что такое? Да, для жизни какая-то ерундовина. Пусть будет, пригодится. И были у нас бои интересные с применением... О, кстати, герой хорошо бегает. Бои с применением. Мы тут отогнали вегеталии и получили производство, кстати. Думали с ними биться, не биться, но все-таки не стали мы с ними биться, потому что худенький мир всегда лучше крепкой, хорошей войны, как вы понимаете. Такие вот делишки. Вкратце я вас ввел в курс дела. 43 у нас влияние. Это что, это где мы находимся? А, о, кстати, мы тут можем его обокрасть. Сколько надо влияния? 58. Интересно. Production ready. Так, тут production ready, а вот тут мы пошли. Вот этого тоже прогнать, космит захватить. Ну тут мы его всегда захватим. Сейчас, наверное, поедем вот здесь вот подразведаем, а потом посмотрим. Надо понять, что вот здесь охраняет вот эту пушку. Насколько это проблематично. Да, и у нас критическая нехватка энергии, и я, по-моему, не взял доктрину. А, не, взял доктрину. Слава яйцам. Да, вот посол делается. Я забыл в начале игры взять доктрину. Дал такой бонус противнику, можно сказать. Так, что мы делаем? Давайте подумаем, что мы делаем. Вот это, наверное, мой минус. Хотя не бастовать начнут, зараза, блин. Ладно, потерпим. И у нас с наукой большая беда, кстати.
У нас очень маленький прогресс по науке. Так, ну, наверное, давайте еще какого-нибудь сделаем. Нам надо копить энергию. Нет. Сделаем мы, наверное, продвинутую и энергию. Вроде все вам рассказал. Вроде ничего не забыл. И сам сейчас вспоминаю, чего у меня тут происходило. О, кстати. А что тут происходит? Production ready. Ага. Тут мы энергетическое ядро здесь построили. Вот, кстати, что оно дает? Там какие-то затраты, чего-то там, куда-то там. А, не, просто плюс 10. Угу. Это первичное ядро. Чудненько. Так. За каждую область с руинами. Вот это ж руины, правильно я понимаю? Заброшенная электростанция, ну. Ноль. А, ну да, плюс 10%. Крутые плюс 10%. Сейчас вообще ничего не дает. Давайте посмотрим, что тут есть. За работника плюс 5. Заброшенная электростанция 10. Центральное ядро 10. Производство энергии. А, еще производство энергии. Ну да, короче, не густо. Не дает за количество поселенцев в городе какой-то бонус по энергии, к сожалению. Так что эта штука почти бесполезная. Давайте здесь посмотрим. По-моему, я ее тут построил. Да, я ее тут построил. У нас плюс 30. Давайте посмотрим. Да, ядро данных с интерфейсом. База. Главный штаб. 25. И пятерочка накидывается. А так у нас вообще беда. Прикольно, что в этой игрушке статистика очень подробная. Все можно почитать. Кстати, куда нафиг я делаю, получается. Давайте лучше сделаем стоимость производства основных единиц. Так, или это стоимость возведения построек. А это что? У отрядов будет... Ага, значит, вот это сначала. Потом вот это. А потом интерфейс тут. А что у нас по ребяткам? Пока плюс 6. Ладно. Соприкрывать казус Белли. Не получилось. Doctrine enacted. О, наконец-то. Немножко больше буду получать. Systems infiltrated. Ядрен батон, меня обворовали. Кто такой? Личность скрыта. Ужас. Operations primed and ready. Внутреннюю чистку заказывать. А, у меня очень слабая по операциям мощность. Гадство. Это, наверное, кто-то из двора у меня. Скорее всего, вот это белая меня обворовала. Так, а где у нас, вот это, да? Эффективность операции. Надо вот это исследовать срочно. Блин, и космит хочется тоже. Это что такое? Можно будет в производство кидать... А, идут убеждения плюс один. Да, вот это классная штука. А где внутренняя чистка? Вот это внутренняя чистка. Гадство. Ладно, сначала космит. It's important. Короче, обворовывать меня будут подлюки такие. Да, тут с энергией вообще беда. Да, все-таки я Карко не встретил. Давайте прочитаем еще раз. Так вот, о ком говорила Мантинга, существо из металла и плоти, чьи люди терпят такую же жестокость, как и угнетение терзали наших предков от освобождения. Вот только до освобождения. Вот только они не знают утешения основ и зова полной гармонии. Мы освободим их души от оков существования. Мне доводилось слышать о Чаксе Усколле, телохранители Евы Мантинги. У нас нет информации о том, что им движет, однако следует предположить, что его преданность зиждется на обещании применить штамм Альфа для возрождения морфологического облика Коплы 2, королевы королевств Карко. Так, иметь дело с Чаксом будет нелегко, потому что коммуникационные алгоритмы Карко продолжают сопротивляться обычным методам переработки, поэтому нужно
корректировать нашу стратегию для того, чтобы Ева запустила проект ксеночумы. А до того, как она запустила, она дала одним из ведущих ученых в Терротехе, была одним из ведущих ученых Терротехи. Учитывая роль Терротеха в создании и распространении КРКО, нам стоит найти доказательства ее работы в этих учреждениях, которые заставят отказаться от сотрудничества с ней. И наша технология синтеза даст нам удивительный доступ, даст нам удаленный доступ к ксенолаборатории Евы Монтинги и ее хранилищем данных. Заодно проверим способность нашего экспериментального трояна взломать системы. Короче, задача — это охранник, по идее, той, которая сверху находится. И задача — взломать ее исследование. Блин, она так долго будет делаться. Надо все на науку перекинуть. Это 12-я скоро. Давай сделаем вот так. И сделаем науку побольше, наверное. Черт с ней, с этой энергией. Производство в ноль. Тут у нас хотя бы бонусы есть. Поголодаем немножко. Надо быстрее этот сделать квест, чтобы пересорить, пока Каркон на меня не напал. И что у меня привычка везде гнать производство. Но, к сожалению, здесь это невозможно. Вот, ускорим наше исследование. Бо беда бедой. Так, этот кадр нам пока тут не нужен. Пойдем посмотрим. Я хотел, это что такое? А, фух, думал, это этот чудо-то дивное, которое портит мне жизнь. Пойдем посмотрим, что требует винтовка там. Так, направо чи налево? Наверное, давайте пока направо. Пока у нас с ней мир, с этим дваром, надо облететь и посмотреть на него. Так, тут этих мы разведали, пора бежать вверх. Тут хоть немножко я энергии подберу. Ага, фиг там энергии производства. Ладно. Так, а тут у нас... Тут у нас, я уже не помню, кого я бил, по-моему, вот этих я бил. У меня тут бои сложились довольно удачно в прошлый раз, но тут все на тоненького, потому что войска мои и его довольно-таки одинаковые. И тут у меня вот этот ударник, у меня весь бой сосредоточен на этом ударнике. Кстати, прошлый бой, если не смотрели, можете пересмотреть. У нас там был интересный бой с... вообще такой снайпер типа, да? Интересный бой был против вот такого ударника с тремя апгрейдами. Там у него один апгрейд дополнял ему каждый ход пол жизни, и два там что-то превращали удар его в кислоту. Короче, очень тяжело было с ним. Ой, подожди, у тебя же батарейка есть. Поэтому я очень вдохновлен этим боем и будем стараться эти апгрейды сделать. Надеюсь, у нас все получится. Да, у нас даже операции нету. Кстати, в прошлый раз, час, когда я проходил, который я потерял, то у меня ничего не воровали. По энергии. А тут воришки у меня украли. Блин. Ладно, стреляй первый, черт с тобой, золотая рыбка. Зато ближе подойдешь. У нас все равно все хорошо, что мы лечимся, поэтому... Ого. А я думал, он по своему кинул. Он по кораблю, по-моему, кинул. Теперь понятно.
Так, давайте-ка мы сделаем вот так. А тут мы сделаем, наверное... Как-то вот так. Плохо, что эта штука не оглушает. Там, наверное, бонус какой-то надо дать. Так. Странно, он летающий, такой слабый у него, да? Да вот этого маленького не потерять. Ударничка моего. Enemy eliminated. Не знаю, что это было, он что-то еще создал, чешу. Я думал, что я его убью. Оказалось, нет. Так, тут у нас проволока, сколько ходов? А подожди ты, я ж его смотрю. Еще один ход. Enemy killed. Так. Пора тебе enemy annihilated. Умирать. Еще лечится, но. Enemy annihilated. Надо его добить. Он моего лекаря начал колбасить. Так, надо подлечиться немножко. Enemy terminated. Ух, и завалить этого паука. Я уже начал нервничать. Да, бои проходили намного лучше. Это я, во-первых, давно не играл. Так, мы разобрали несколько судов, но не нашли следа Атиры. Наш метод поисков не оправдал себя. Если мы не хотим вслепую обыскивать целую планету, нам нужна дополнительная информация. Нам известно, что Атиру направляли на утилизацию в ангар 8-4 в старых записях. О перемещении судов должны храниться данные, которые облегчат наши поиски. Да, и надо пробраться в этот ангар, мать его. Objective completed. А я когда там проходил... Винтовочка прикольная. Давайте возьмем ее. Ага. О, видите, я получил аквенпост. Отлично. Заберем его себе в армию. С ним гораздо легче будет. Тут этот ангарчик надо исследовать. Я когда тут пробегал, позапрошлой или в прошлой серии, тут, там, по-моему, 1000 или 1500 в обороне. Довольно серьезная там оборона. Так. Довольно серьезная там оборона. Надо очень аккуратно к этому подойти. Ну, в принципе, у меня сейчас туда основные герои идут. Я думаю, что мы сможем. Карта такая самая. Которая только что была. Вот тебе и рандом. По картам. Карты, кстати, рандомные, потому что я проходил и точно помню, что такое была другая карта. Именно здесь. Да. Промахнувся. Это поганенько. У меня, блин, нету энергии на колдовство. Вот это беда, конечно. Гребаные двары меня оборвали. Это очень нехорошо. До этого достаю, да? Отлично. Давайте жахнули. О, наконец-то. А то... Тут что у нас? 50%, да, вероятность? Но шок — это как бы необходимость. Тяжелые раны, шок, заряженный урон. Плюс 50%.
Ну, короче, какая-то волна слабовастенькая. Enemy killed. Ладно, придется этого убить. Вся штука классная. Блин, ну она, зараза, что-то его не убила. Enemy eliminated. Я, честно говоря, думал, она его убьет. И это, прекращай мне тут корабль мой бить. Enemy annihilated. Психадостные гады. Их в прямом бою сложно. От них не пострадать. Enemy killed. О, а цель летающий, красота. Ладно, подлечимся, пока делать нечего. Сейчас эти двое оживут. Enemy eliminated. И мне начнут голову морочить. Давайте прокачаем нашего героя немножко. Enemy down. Enemy down. Короче, такие дела. The assembly march on. Все хорошо, что они лечатся. О. Кстати, наука влияет и сюда, да? Отлично. Что у нас тут? Ну да, 1000. Это эти ксеноморфы дурацкие. Штампом альфа. Так, девочка у нас поднялась. Чтоб ей такого добавить, специалиста дальнего боя, наверное. И, наверное, все-таки немножко живучести. Потратить все деньги на ее апгрейд. Критического урона. Это неплохая штука. Да, давайте крит поднимем. Она все-таки с ружьем. Крит ей очень нужен. Так, это мы где вообще? Это мы возле противника крутимся. Блин, не хватало тут еще сдохнуть, конечно. Было бы очень неприятно, потому что мы хотим тут космит забрать. Мы хотим тут забрать космит. Так, что тут у нас? Всего 4 отряда. И довольно много дают всего. 800. Оно-то хорошо, но мне придется сюда возвращаться. Ну ладно, я через верх сюда, наверное, вернусь. Мы с этими стараемся дружить. Так, что у нас тут? Забастовка. Забастовка минус 4 прирост. Нормально. А, подожди, это не прирост, да? Все накопление. 40 уже, типа, да? Не без порядки 24 хода, ну, протянем, нормально, все правильно, я понял. Так, девочка, давай-ка ты вот этих ребяток разберешь. Тут в основном у нас в этом часу будут одни бои такие мелкие. Мы зачищаем территорию и немножко ресурсы берем. По ресурсам, конечно, у нас полная беда, особенно по энергии. Ну, еда тоже у нас, конечно, так себе. Не фонтан. Вот я помню, вот этого я убивал сразу. Он не успел ничего колдануть. Но сейчас что-то, по-моему, не тот случай.
Как-то у меня тут все напряженно. Плюс я еще трошки спешу этот час перепройти, чтобы свет не выключили. Operations ready. Так, а что это такое? Захваченный пустой разум. Давайте попробуем кого-то призахватить. 65%. Наверное, вот этого. Отлично. Enemy down. Он еще. А, ты думал. Думал, я им хожу. Нет. Так подожди, он же захваченный. Ага. Понятно. Это не тот захват, который я думал. Это не полный контроль. Жаль. Ладно, будем бить того, кого наверняка. Опасный тренинг, здоровый. Надо бы его как-нибудь сосредоточить на нем огонь. Утечка мозгов. Так, ладно. Enemy down. Enemy killed. Так, а тут у нас добавим ему проблем. Видишь, удар получил статики, ай-яй. А тот раз я победил до этого удара, помню. Да, все происходит намного хуже. В этот раз, что у тебя? 41. Разницы нет, кем бить. The assembly march on. Если по квенпост подкачаться, то она даст смысл было бить им. Так, два хода осталось. Молодцы, мы быстро довольно качаемся. Так, 650. Это как в героях третьих. Собираешь первую карту, лежат кое-какие вещи бесплатно, а кое-какие охраняются отрядами. Тут отличие от героев третьей в том, что там непонятно сколько противников, а здесь, да ё-моё, вот нажал же сюда, а тут вроде как понятно изначально. Давайте изначально. Они вдруг будут еще оживать, это будет не очень хорошо. Злоупотребим нашей позиции, что мы медик в группе, и полечим сами себя. Ого. Operations ready. Отравили негодяи. Разом давайте накинем. Так, неплохо. Что этот пустой разум дает, я уже не помню. Понятно. Может ход пропустить. Да, не достаю, жалко. Enemy eliminated. Твою налево.
Какие они противные. Так, по-моему, мне на одно колдовство хватит. Давай вот этих добьем. Чтобы меньше было противников. Кстати, второй раз они не защищаются. Ближнего боя противники. Так, тут их двое. Enemy annihilated. Сараза. Всю бронь сняла. Да ё-моё. Ты был мне необходим. Я бы закончил бы ход тобой, если бы нормально сработал. Enemy eliminated. Зараза. Enemy killed. Еще урона получил. Our forces are victorious. Очень нечистые бои. И мой критический товарищ почти убитый. 572. Давайте подлечимся. Надо аккуратненько бой провести, чтобы немножко подлечиться. Вот опять эта карта. Так, ты сидишь, наверное, в обороне. Мы тебя сразу лечим. А, тут надо изучить. Там кто у нас тут? Два белых. Так, тогда сделаем вот так. Этого нельзя потерять, кабана. А этого можно. Пусть на себя отвлекает. Тем более все равно он лечится, когда бьет. Enemy down. Да, блин, все равно не достает. Плохо. Все, и то дальность больше. У этого летающего здорового слабенькая дальность. Но они все на него наводятся. Как ни странно. Enemy annihilated. Так, все, да, два осталось. Enemy annihilated. Этому не дадим ожить. Один гадость оживет. Enemy terminated. Enemy eliminated. Фу, выжил он. The assembly march on. На копеечку. Кстати, у нее, по-моему, бонус есть, насколько я помню. Да, она не переживает. Так, аквианпост опять можно выпустить одного. Ну давай, иди сюда. Ты мне очень пригодишься. У нее есть бонус. Она лечит, по-моему. Где-то я такое видел, что она... Или я не сделал этого бонуса. Не помню, вроде делал.
все перемешалось. Она каждый ход, пока по карте ходишь, она подлечивает своих ребят немножко. Так, то что ты будешь, легкий командир или тяжелый? Давай, наверное, легкие. Это же легкие бойцы, да? Да, легкие летающие. А, он летающий. На него никак не повлияет. И эти все летающие. Обалдеть. Ладно, тогда жизни просто поднимем. Раз такое дело, все равно это бонус никакой не даст. Так, что у нас тут? Тут у нас пока ничего не надо. Тут мы делаем разведку. Нам интересно, что ж тут за армия его охраняет. А тут нам интересно облететь дворов, посмотреть. Может, что найдем интересного. Такая армия. Вылоченька. У нас тут 1500. Мы тут крутые. Так, давайте на всякий случай сохранимся. Вот это интересный товарищ. Давайте на всякий случай сохранимся. Потому что... Всякие бывают приколы у нас. И неохота еще раз все это переигрывать. Так, а тут у нас... Напомни ко мне. Кстати, ножки такие самые, как герои третьем тоже, которые дают ускорение. Только тут она немножко по-другому действует, потому что... Получается... Ты-то ходишь быстро. Но ты-то ведешь с собой войска. Поэтому... Блин, я себе ход перегородил. Твою налево. Вот балбес. Поэтому еще все зависит от армии, которую ты ведешь. Блин, эти не достают. Ладно. Это бездна, блин, постоянно влияющая. Operations ready. Не очень хорошая штука. Красиво, слушай, как-то с одного выстрела. Умничка. Так, что у нас тут? Тут, наверное, мы... Твою налево, 50%. Все, да? Да. Ладно. Добьем кого сможем, а там потом разберемся. Надо вот того было бы убить, конечно. Enemy destroyed. Надеюсь, он сюда будет стрелять по мине. Unit offline. Enemy terminated. Сам себя убил. Я не понял, что с ним произошло. Ну, короче, он сам себя убил. Там кровотечение, наверное, да?
Так, давай-ка мы вот этого завалим. Блин, слушай. Ладно. Это какой-то кошмар. Enemy terminated. На 6 подкачался и 6 отняли. Enemy terminated. Кошмар. The assembly march on. Потери несу, конечно, по жизням хорошие. Так, зато производство поднял. Что у нас? Production ready. Оборонка построилась, блин. Пока она мне не совсем была нужна, конечно, но ничего. Надо было переключиться перед этим. Тут плохо, что нельзя выбрать, куда направляешь ты вот это производство, которое ты находишь на карте. Это, конечно, мне не сильно подобаем. Ладно, пусть будет так. Снайперы, снайперы. О, авангард охранник какой-то. Давайте его залупим. Там у нас опять производство будет. Сейчас сделаем что-то еще интересное. Да, по-моему, вот на этом бою у нас все выбило. И это как раз был час. А сейчас прошло, получается, 42 минуты. То мы ускорились на 18 минут по скорости игры. Что довольно-таки неплохо. Все гады. Раскопщики, они меня тут раз перекопали тут все. Блин, не достаю, жалко. Бурилка это. Operations available. Гадская бурилка. Это тоже гад нехороший. Блин, мы даже одного не завалили четвером. Какой позор. Надо их всех сюда отвлечь. На эту слабенькую мину. Блин, чутка не хватило.
Зато слепоты накинул. Enemy terminated. Unit has fallen. Еще юнита потерял. Unit disconnected. Так, где мой ремонтник? Enemy destroyed. Где там дисконнект? Ага, вот здесь. Надо туда бежать, восстанавливаться. Петлюка такая. Снайпера у меня поглушил всех. Enemy killed. А, так это и есть лечение, слушай. Указанному живому 35. Тьфу, блин. А я думал, что он только восстанавливает. Прикольно. А я что-то его не использовал как лекаря. Это ж надо. Не дочитал. Так, а ну-ка давай-ка мы тебя сожжем. Enemy destroyed. Фаталити, блин. Our forces are victorious. Так, имперская стрекоза мне не надо. Сейчас этого еще добьем. Тут опять эта бездна дурацкая. Минус 300 все. Бездна псинумбры. Подожди, где это? Кто это такие? Один конструктор, понятно. Неплохо. Люблю снайперов. Пока собирательством живешь, то еще более-менее. Operations available. Enemy destroyed. Ну, блин, не достаю, да? Вот гадство. Чуть-чуть не достаю. Так бы обоих подорвал, да? Enemy
enemy annihilated. Кровотечение посмертное. Да, блин, ты вплотную подошел и зря. Да шо ж ты ляжешь, будешь делать? Это не промахи. Капец какой-то. Ладно. Enemy destroyed. Тут они два включен, надо их завалить. О, все другое дело. Фатальти. Enemy annihilated. Фух. The assembly march on. Ну, вроде более-менее разгреблись. Так, это мы где? Это мы хотели вот эту штуку где-то подобрать, да? Нет? Да, вот тут мы хотели подобрать. Сейчас мы тут разведочку сделаем. Тут тоже охраняется. Следующим ходом мы его подберем. Так, я знаю, что вы сделали, бла-бла-бла. Короче, у нас все хуже и хуже отношения. Happiness of Vanden Colony. Так, едой надо воспользоваться. Happiness of Vanden Colony. Чего, Ирнария, да? Блин, я не прочитал. Рабочие три. Блин, не прочитал, что там у нас. Кстати, она сейчас сможет одну область присоединить. Нам вот эту область с космитом бы отбить было бы неплохо. Ну, это вообще была бы сказка, конечно. Но это, по-моему, нереально. Ладно. Поехали. Еще успеем один ходик сделать. Зашли даже дальше, чем в прошлый раз. Меньше тупим. Шустрее играем. Так, есть научка. Тут космит будет. Наверное, научку и присоединим. Что у нас тут 800? А тут 900. Подключение к серверу. О! Так его можно этот выполнить без захождения туда. Там если войти, то там... А, 1600, да, там вообще не пробивало, не пробивайка. Отлично. Подключаемся. Загрузка регистрационных данных завершена. Нет, не завершена. Бен, придурок, взгляни на эти данные. Это же чушь какая-то. Сам ты придурок, Глен. У тебя просто не хватает ума на расшифровку сообщений. Это они три головы общаются, да? Бр-бр-бр-бр-бр-бр. Ой, да, заткнитесь вы оба. Попасть не даете. Еще один сломанный инспектор. Иногда мне кажется, что нам стоит отказаться от них. Похоже, данные вправду повреждены. Такая фрагментация знак того, что вспомогательная матрица дала серьезный сбой. Впрочем, правильно составленный алгоритм восстановления поможет справиться с проблемой. Так, это мы собирали корабли, надо в космопорт. В космопорт мы подключились, теперь что-то надо еще, наверное. Да, однако ясно точно, Ева Монтина хорошо постаралась скрыть следы своего прошлого. Большинство архивных записей стерто из баз данных, а остались в ней лишь незначительные статьи и протоколы научных собраний и конференций. Но не вся собранная информация бесполезна. В лабораториях, в лабораторных протоколах нашлось имя ученого, который провел чистку архивов. Его зовут Эрих Вольф. В его досье указано, что он проводит полезные испытания штампа альфа на вегеталиях здесь, на мусоре XX. Так, если захватить его, нужная информация будет у нас.
Objective completed. Так, и мы Трояна испытали, да? Это мы для Каркода были знаний. Регистрационные данные из ангара повреждены. Для анализа нужно пересобрать. Хакера дадут. Кошмар, у нас все на изучение. Допрос ученого. О, кстати, мы сюда добрались, отлично. Что дает нам? О, снайперка. Третьего уровня. Это круто было бы захватить ее. Да, прикольная миссия, только тут, наверное, охрана 1100. Да. И почему я не удивлен? Тут все такие не очень. Вот этот гад. Слишком нехороший. Танк, конечно, это вообще беда. Ну и сам боец так себе, да? Блин, ну тут у нас армия самая большая, поэтому будем брать. Как удачненько я сюда зашел. Еще 500. Ну давайте добьем этого негодяя и сохранимся. Мощный бой. Квестовый. Надо его аккуратно провести. Танк с задымлением. Так, так, так. Надо подумать, как тут все красиво провернуть. Ну, какое-то развитие у нас есть по сюжету. Что у него сопротивляемость ко всему, по-моему, да? А нет, только к псионике. Кстати, электрическая у него очень даже неплохо. У меня электрики нигде нету, блин. Ой, хорошо. Так, ну всех не жалко и потерять. На случай чего. Блин, зря высил. Вылез туда. Я думал, я его немножко парализую. Не получилось. Тихо, поддержка. Ого, 30 сразу. Все мелочи. Ой, блин. Это он еще лекарь. Operations ready. Чуть-чуть. Так, тут обязательно надо вот это дело делать. Так, хорошо. Тобой мы жертвуем. Опасный крендель. Enemy killed. Так, одним меньше, гадом. Мина, 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 мина. Подойдет поближе пока. Блин, еще и промахнулась. Совсем нехорошо. Сейчас эту штуку их взорвет. Все мы тут ляжем. Да ё-моё. Блин, по танку и не попал. Unit lost.
Что такое дрон-лечилка? Вообще бомбы кидает мелкие. Лечит, бомбы кидает. Это, по идее, дрон-лечилка, да? Легкий летающий. Да, нанороботы, блин, надо его убивать. У него там 4 хода. Травки всякие. Блин, я его никак не завалю, да? Так, а тут у нас беда. 12. 3 раза по 6. Прикольно, пистолетом даже лучше получилось. Думал еще этого слепить. Не тут-то было. Так. Что нам надо? Нам надо, наверное, этого танка отключить. 97%. Что-то мне не нравится. Тут танк. Стараемся его привалить. Да ё-моё. Самый главный боец. Ну, один ход преимущества, это тоже хорошо. А тут все-таки подлечит, гад. Надеюсь, он до танка не доставит. Черт с ним. Тут снайпера под угрозой. Надо уменьшать их популяцию ихнюю. А что пилка? Это пилка, я должен запилить его. Enemy annihilated. Блин, цей маленький тут еще мне голову морочит. Вроде как меня больше было. Но сейчас, по-моему, он меня разберет. Мне так кажется. Enemy eliminated. Еще вирус-паразит мне насадил. Зараза такая. Ладно, черт с ними, с теми двумя. Командира лечить, то есть, ух ты, блин, еще и пробежался, поджарился, ну, блин, ты, конечно, молодец. Привет. Чудный хлопец. Пока. Enemy hero killed. The assembly march on. Вытянули. Тяжелый бой, конечно. Так, стойте. Если хоть один из вас подойдет ко мне с этими жуткими инструментами, я убью себя. Я знаю, что нужен вам живым. Иначе вы уже скормили части моего тела своим уродцам.
Почему вы так решили, что мы не можем забрать у вас тело, оставить вас при этом живых? Вы видели наших инспекторов? Могу вас познакомить. С другой стороны, если вы пойдете на сотрудничество, то мы учтем ваши пожелания при выборе формы существования. В конце концов, мы с вами коллеги-ученые, пусть и трудимся на разных нивах. Нет, я не позволю превратить себя в монстра ради тебя, Ева. Какое невежество. Он что, не знал, что вас создавать человеческий мозг сложнее всего? Придется теперь расшифровывать данные из чипа хранилища, который был вживлен в него, согласно стандартам Терратеха. Ева переоценила надежность этой устаревшей технологии. Эти защитные системы не препятствие для нас. Так, а вот и данные с доступа к личному компьютеру Евы. Теперь нам нужно лишь подключиться к сети синтеза для начала трансляции данных и найти хакера для получения необходимой информации. Фу, я думал, еще одно исследование надо делать. Так, используйте технологию синтеза для похищения данных из личного архива Евы. Подключение, хакерский взлом. Objective completed. Супер, пушечку получили. Так, ну что, друзья, на этой прекрасной ноте давайте сохранимся и продолжим в следующий раз. Счастливенько. Удачи вам.